вернемся опять в 80-е годы прошлого столетия, в столицу советской Грузии, город Тбилиси. Старшеклассник Миша Саакашвили влип тогда в весьма грязную историю. О том давнем скандале судачат до сих пор. Многие удивляются, до чего же морально нечистоплотного президента назначили сюда из-за океана. Оказывается, Миша состоял в компании юношей из весьма обеспеченных семей, которые организовали некий подпольный видеопритон. За просмотр обычного боевика с Чаком Норрисом сопливые бизнесмены брали с каждого зрителя по рублю. При показе порнографических фильмов такса удваивалась. Вход в мир откровенного, оглушительного западного секса стоил уже 2 рубля. Со временем ребятишки из 51-й школы решили создавать свои собственные эротические шедевры. На роли порноактрис вводились свои же одноклассницы, глупенькие и доверчивые. Девчонки просто не понимали, каким позором это баловство может для них кончиться. Знаете, какое-то время было, мы даже таких слов не знали. Фотосессия, портфолио, видеоклип. А Миша знал, и он умел уговаривать. Я к ним тогда пришла, думала, мальчишки просто хотят меня пофотографировать. Ну, было виски, джин, дурь в папиросные гильзы забивали. Интересно же, молодые. А потом началось. Повернись так, повернись сяк. Сними блузку, расстегни бюстгальтер. Да, не буду ничего рассказывать. Негодяев поймали, что называется, за руку.